10 сентября Ивановскую область посетил директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Свой субботний рабочий день он начал с визита главе региона. Парфенчиков положительно оценил работу регионального управления службы приставов, отметив, что за последние 5 лет сотрудниками ведомства взыскано почти 8,5 миллиардов рублей. Из кабинета губернатора важный гость отправился на площадь Победы, чтобы лично принять участие в историческом для Ивановской службы судебных приставов событии – вручении знамени. Смирно! Равнение на знамя. Знаменная группа вперед. Добре! Ва! Добре! Ва! Вперед! Ва! Знамя сотрудники службы судебных приставов приветствовали громогласным «Ура!». Для них это святыня, которая воплощает лучшие традиции беззаветного служения стране, напоминает о священном долге каждого честно и добросовестно выполнять свои обязанности, защищать права граждан. Очень надеюсь, что это знамя станет символом справедливости, торжества закона, правосудия в глазах каждого гражданина, жителя Ивановской области. Из рук директора знамя управления получила главный судебный пристав нашего региона Наталья Тяпкина. Артур Парфенчиков выразил уверенность, что вручение знамени еще больше сплотит личный состав управления и создаст дополнительные стимулы для эффективной работы. Любовь Почерникова, РТВ Иваново.